дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Готуватись до свята потрібно заздалегідь. Саме так ви маєте шанс зберегти спокій та впевненість у тому, що все йде за планом. Сьогодні будемо говорити про те, яким же повинно бути новорічне вбрання з імідж-стилісткою. І імідж-стилістка сьогодні вже прийшла до нашої студії, Анна Коновчук. Анна Коновчук знає, що робити, як вдягатись правильно і як зробити так, щоб ви були дуже гарними, занадто гарними і гарнішими, ніж минулого року, тому що ви все продумаєте вже зараз. Это верно, да. Рада бачити сьогодні тебе у нашій студії. І ми будемо обговорювати новорічний образ, а він повинен бути, можливо, стриманим, не занадто з блискітками або, можливо, навпаки. Тобто ми сьогодні проговоримо і ту лінію, яку нам пропонує світ, і те, що може залежати від нас особисто. Тому яким же повинно бути новорічне вбрання? Ну, для начала я хочу сказать о том, именно что нам диктуют сейчас тренды и мода. И действительно много новогодних коллекций выпущено. И вот о чем они нам говорят. Первое, это я подготовила, кстати, материал тоже на эту тему, чтобы все могли вас посмотреть уже воочию также. Первое – это актуальный образ в ярких, таких насыщенных, даже, я бы сказала, металлических оттенках. Ну, поскольку у нас год крысы, металлической серой крысы. Вот говорят так, да? Поэтому не серые цвета, нет, об этом не стоит. А именно насыщенные, яркие, металлические такие оттенки. И это может быть люгриксом какие-то вещи. Это может, могут быть дальше вещи также еще с пайетками. Ага, вот. Тобто все же близко повинен бути. Як же без нього, тому що це Новий рік. І кожного Нового року нам потрібно додавати святковості такої новорічної казки і у наш образ також. Але не перенавантажити свій образ занадто вже пайетками та блискітками, бо то вже буде виглядати, можливо, дешево. У деяких випадках потрібно розуміти, що є образ, є стиль, трошки його підкреслити, але не перенавантажувати тією красою, яка може бути притаманна лише ялинці, не вам, щоб не виглядати як новорічна ялинка. Здесь такий момент существує. На самом деле, якщо говорити о практичності цієї сторони, от блеска і пайеток, вещи, які ми можемо бачити в мас-маркетах, в якихось бюджетних магазинах, вони дійсно некомфортні і неудобні. Просто навіть от в носці в цей праздничний вечір ви можете відчувати себе некомфортно. От, кстати, приведені варіанти, да? Но это, конечно же, з люкс-показів, да? То есть это более брендовые вещи высшего уровня. Конечно, в таких уже будет более комфортно. Но на самом деле, вот то, что вы говорите, перегрузить себя в этом году, в этот Новый год нельзя, поскольку пайеток действительно может быть много. Вот если это вам близко и подходит, пусть будет много, это разрешено. Вплоть с украшениями блестящими. Це стосується лише цього року? Чи ви маєте на увазі, що це ж Новий рік? Це свято таке от блискуче. А нет, я именно хочу сказать, что все-таки больше это касается именно этого Нового года. То есть согласно тенденциям, которые нам показали в именитые дизайнеры в показах, это вот я, кстати, взяла из показов именитых дизайнеров, из их коллекций новогодних, рождественских. И, соответственно, вот по ним мы можем наблюдать, какие тенденции именно в этот Новый год. В следующий Новый год, видите, даже обувь, она может быть блестящая, такая вот совершенно глянцевая, переливающая. Здесь мы видим сейчас серебристые такие звезды. Могут быть это пайетки, например, такие серебристые или золотистые, то есть металлические оттенки, поскольку год металлической серой крысы. Вот полностью это у нас здесь такая, как чешуя, да, какая-то прозрачная пайетки. Вот все это в тренде. Поэтому не бойтесь перегрузить грузити себе іменно в даний Новий год такими от деталями. Ну, нарешті, хоч щось нам дозволили, це вже добре. Ми можемо тепер трошки бути оголеними, бо я дивилася ті тенденції, які пропонуються, то там дуже багато відкритих частин тіла. Це для Нового року добре. Ви прям плавно підійшли, Юля, к следующему пункту. Следующий пункт – це прозрачність. Тобто, да, один із трендів актуальних, ну, о ньому можна сказати, що він в принципі актуален зараз в
общем. Но и к Новому году это будет очень даже в тему, это будет к месту. Если вы наденете какие-то прозрачные платья, я тоже подготовила подборку, это может быть на каком-то подкладе, или же может быть совершенно прозрачное что-то, если вы себе согласитесь это позволить, пожалуйста. Очень модно это блузы, такие совершенно прозрачные, из органзы, а там вы уже можете решить, вы наденете туда или какой-то топ, или же это пусть будет даже белье какое-то гладкое, видно. То есть все, что вы себе позволяете, пожалуйста. Угу. Ну супер, бачите, вот, стільки всього дозволено, а чому саме? Невже дизайнери вирішили ось так зробити, ну, я би не сказала переворот, бо бували роки, коли і справді все це було вже модно. Да, цього року вони підкреслили просто той тренд і додали ще блискіток. Чому саме так? Це невже це якось пов'язано з кризою? Да, я думаю, что все-таки связано действительно, потому что очень много в ходу сейчас серебристых и золотистых оттенков именно металлического цвета. Вот металлические тона такие, металла, цвет металла, да, или серебро, или золото, или платиновый, вот это вот именно в тренде. Я думаю, что это больше свойственно все-таки текущему Новому году, но хочу сказать, что пайетки, вы тоже здесь правы, Юля, были действительно в тренде несколько лет назад также. Вот. Причем их даже, тогда они были в тренде даже в сезоне весна-лето. Они были не на Новый год в тренде. Потом чуть-чуть успокоилась, и вот сейчас именно к Новому году опять всплеск такой идет. А кто диктует взагалі эти модные тенденции? Я уже упоминала, это в принципе именитые модные дома с мировым именем. Их все повторяют, так? Ну, в принципі, можна сказати, так. Так, доводиться так вже повторювати. Тобто, ну, не можна сказати, що це повне копірування, да? Ну, звісно ж, знаходяться байери на цих показах, інших уже каких-то марок, да? Других брендів, проще намного брендів. Вони це все насматривають, це определенні люди, определенна професія, і далі вже це запускається в производство на більш нижчих, дешевих марках, мас-маркеті. Вот таким образом це работает. Ну, оттуда... Але є ж дизайнери, які пропонують свою версію, свої варіанти, і деякі з них навіть не підглядають ні за ким, а створюють щось особливе своє. Чи можуть бути вони прийняті у високому світі моди? Ой, это сложный такой вопрос, об этом можно много говорить. Ну, понятно, что это не быстрый такой этап, и как бы шаги, движения к этому, конечно же, не быстрые, но да, можно показывать и какие-то свои идеи. Просто, например, те же пайетки, они могут элементами быть. Вот если они в тренде, не обязательно надеть полностью в пайетках какую-то одежду. Это может быть, у меня вот были здесь тоже подборки, это может быть просто какой-то элемент. Например, лиф в пайетках, или там просто даже на воротничке буквально пайетки. Ну, от я дивлюсь, що дуже класний такий образ, яскравий, надзвичайно яскравий. Яскраві кольори будуть модними. Да. Так? Да, ми бачимо це тут. Да, ось що тоже. Виходить теж дуже класно, що можна не лише бути у сірому металевому кольорі, так? А можна вот ще тут і вдягнути чорний, яскраво-червоний, да, яскраво-фіолетовий кольор. І теж ви будете виглядати непогано. Ну, дивіться, яка сукня. Така, да, ну, яскравого, да, червоного кольору. Дуже вигідно вона виглядає на свято. І, звичайно, якщо ви будете вдягнені саме в таку сукню, то вас запам'ятають надовго. Да, это да, это да, ну, або ж... Я хотіла сказати, що тут вот елементи. Видите, в принципі, скромне чорне плаття, але елементи пайеток вже додають актуальності цьому платтю. І святковості, оно, так, і тому що це ж буде Новий рік, і можна буде і так вдягнутись. А з приводу якихось пухнастих речей, бо чи можуть бути якісь елементи декору пухнасті? В принципі, да. В некоторых коллекциях, я сейчас не вспомню именно какого модного дома, были показаны платья, которые отделаны мехом. Тоненький мех, отдел идет как отделка по подолу платья и по рукавам тоже. Поэтому, да, вы можете использовать это какими-то элементами. Не стоит надевать на себя, например, какую-то кофточку полностью, там, да, мохнатую. Но если это какие-то элементы, может быть, подвеска какая-то, да, с мехом тоже, то так можно, да. С приводу прикрас, чи якісь є тенденції, можливо, там асиметрія, а можливо, теж блиск, довжина, які можуть бути сережки, які можуть бути прикраси, чи вони великі, помпезні, чи навпаки, міні-міні, мало їх, і вони лише підкреслюють образ.
Ну, что я хотела сказать об украшениях. Дело в том, что сейчас актуальны, ведь, понимаете, все равно есть какие-то глобальные тренды в мире, модные, которые нам диктуют. И сейчас минимализм, вот так, именно в украшениях, он не актуален. То есть все-таки украшения могут быть крупные. И действительно даже, можно сказать, должны быть, если они вам близки. Но если вам действительно не хочется такое носить, вам неприятно такое надевать, то, пожалуйста, можно одеть что-то минималистическое, ну, допустим, достаточно там блестящее какое-то с элементом. И пусть это будет не крупная серьга. Но если говорить о трендах, то, конечно, в тренде все-таки крупные серьги, объемные, материал. Длинные. З якого матеріалу? Это может быть начиная от драгоценного и заканчивая просто действительно бижутерией. Великі, довгі, так? Да, да, крупные, массивные, объемные, заметные. Они могут даже опускаться ниже ключицы. Вот такой вот. Ну просто если говорить о пайетках, например, вы надели платье в пайетках, то я бы не сочетала его с каким-то большим количеством украшений. То есть все-таки оно уже на себя много берет внимания, поэтому лучше добавить элемент, например, какую-то одну сережку. Кстати, моносерьга сейчас тренде, или же это будет украшение на шею какое-то, но не комбинировать уже и серьги, и шея, и браслет. Это уже будет слишком много на фоне платья с пайетками. Если же это строгое платье, то пожалуйста. Прикраси, наприклад, обруч на голову, чи, можливо, ще щось, якісь шарфи, щось таке подібне. Можно тоже теж использовать. Конечно, обруч сейчас, обруч это вообще, обручи сейчас в тренде, это прям такой писк-писк моды актуально. Можно использовать по желанию. Кто-то, например, на праздники хотел бы сделать прическу, и обруч там будет, знаете, как на прическу именно не ложиться, да, то, пожалуйста, тогда не используйте. Не, ну це супер, бо ж скільки є варіантів. Дуже багато, насправді, і можна будь-який з них використовувати, і завжди ви будете гарно виглядати. Що мені подобається, от, такої моди, це те, що є вибір у кожної людини, і що, щоб ти не вдягнув, і головне, щоб просто були елементи того, що зараз модно, і ти будеш непогано виглядати. Ніхто не скаже, що ай, це ж вже не модно. Це вже все колись вірно, було модно, там, не знаю, там стільки. Все вірно. Я на першій нашій зустрічі, кстати, озвучувала, що дуже модна індивідуальність. Вот это такой, даже не тренд, это глобальная тенденция, индивидуальность. То есть раскрыть себя как индивидуальность, и вы уже актуальны. Может, это ваша изюминка, то, что вы сейчас надели и как-то подчеркнули. Поэтому... Але ж, Анечка, хочеться на Новий рік чогось особливого. І хочеться справді вдягнутись, можливо, так, щоб наступний рік увесь вам був приємний, щоб ви пригадували те свято, щоб ви відчували атмосферу. Бо справді у нас не так-то багато свят, тим більше зараз такий час, коли ми поспішаємо і ніколи зупинитись і трошечки побути на самоті або з близькими людьми. А тут якраз новорічні свята. І хочеться якраз і образ, і все продумати. Тому я от хотіла від вас почути рекомендації все ж загальні. Загальні. На що треба звернути увагу? От ми вже проговорили такі і елементи, і яке може бути вбрання, і аксесуари, і що ще? Що ще треба додати до нашого образу? Ну, я хотела еще упомянуть несколько таких актуальных моментов. Кто-то думает, про длину хотела сказать, просто кто-то думает, что Новый год – это обязательно платье в пол. Это как пересекается с вашим вопросом, Юля? Дело в том, что главное, чтобы вам было тоже комфортно. Вы, наверное, замечали, как можно испортить образ маленькой деталью. К примеру, вы идеально одеты, у вас вот идеальное платье, оно прекрасно сидит, хорошие аксессуары, все трендовое, все модное, все чистое, аккуратное. Аккуратное, дорогое, но вы надели новые туфли, которые вам просто безбожно жмут. И вот это вот внутреннее состояние, образ испорчен, понимаете? Поэтому я хотела сказать о комфорте. И вот здесь вернуться немного к длине. Если кому-то некомфортно платье в пол, а бытует мнение, что да, вот где-то на вечер, на праздник, это платье в пол, вот длинное что-то. Нет, пожалуйста. Наши леди могут сейчас выбрать для себя мини-юбки. Они вот именно на пике Нового года, они возвратились мини к нам. Да. И я уже показала, в принципе, здесь и кто внимательно смотрел, видели, что очень было много подборок в мини. И вот, да, я еще здесь можно повторить, потому что можно много показать. Действительно, в текущих коллекциях было очень много мини, и можно даже сказать, что это как их такое так возвращение. Черная мини-спидничка, ось це модно, и сукня.
Маленька, коротка. Да. Это могут быть как юбки, могут быть как платья. Но именно длина мини опять актуальна. Если еще в прошлом году мы говорили, что она в аутсайдерах, то вот на этот Новый год, это вот вы все видите из коллекции. Ну все, примеры. Девчата, пожалуйста. Якщо у вас гарні ноги, пожалуйста. Не треба їх ховати. Є шанс, є усі можливості для того, щоб їх показати. Ну, короткі, так? А що з чим носити? Взуття яке повинно бути? Да, вот сейчас к обуви немного. Обувь может быть разнообразная. Опять же, все зависит от выбора. Конечно, наши дамы предпочитают больше какие-то туфли. Но я хочу сказать, что это не обязательно туфли на высоком каблуке. Это могут быть балетки какие-то, аккуратные тоже. Это могут быть и туфли на высоком каблуке, но вплоть до того, что это могут быть даже сапоги или ботильоны. Пожалуйста, если вам удобно, вот к мини-платью, кстати, очень сексуально смотрятся именно сапоги такие высокие. Какие подборы? Вот то, что я сказала, это могут быть и высокие, это могут быть и балетки. В чем вам комфортно. Конечно, грубости здесь бы не хотелось. Все-таки мы хотим выглядеть леди, королевами на Новый год, правильно? Вот. Но это можно и без каблука. Это позволительно, пожалуйста. То есть какое у вас желание? Каблук вас, конечно, поднимает, возвышает. Вы более уверенно себя чувствуете. Но если вам в нем некомфортно, мало ли у кого какая обувь, стопа, пожалуйста, это могут быть балетки аккуратные. А могут быть какие-то бомбезные полностью в пайетках. Як балетки теж. Так, звичайно, якщо ми дивимося на образ і дивимося, яка у нас спідниця чи яка у нас сукня, звичайно ж, до неї підбираємо взуття, не так, щоб все блищало. Ну, можуть блищати у нас, наприклад, туфлі і блищати сукня. Може бути так? Чи це буде не дуже? Может так быть, но, конечно, в разумных пределах. То есть, например, если вы, допустим, если это платье у вас еще и длинное, ведь я говорила о том, что мини актуально, но кому интересно, макси, пожалуйста, макси, выбирайте. И если у вас макси платье, и тут еще переливающиеся туфли, и вы так все слились, переливающиеся, да, то, возможно, это будет все-таки излишне. Можно надеть какую-то спокойную обувь, там, бежевых тонов или черных. Но если у вас мини, и при этом, то есть у вас есть вот этот вот раздел, да, у вас считаются ноги длинные там от ушей, тогда, пожалуйста, можем мы надеть и блестящие туфли тоже. Верх. Мы уже сказали про спіднички міні, які вже будуть досить такі актуальними. Яким може бути верх? Чи він буде тоненьким, з тоненькими бретелями, чи навпаки широким? Яка форма? А вот здесь я хочу про следующий, кстати, тренд как раз упомянуть, потому что мы так за вопросы заговорили. Дело в том, что еще актуальны очень брючные костюмы. То есть вот праздничные костюмы, их можно сказать. Я очень люблю этот вариант ношения на любые праздники, вообще вариант образа. Почему? Потому что вы потом можете их в дальнейшем использовать. И вот здесь как раз о верхе. Да. Ой, какие гарные. Да. Неимоверные костюмы. Справді. И праздничные. Я думаю, что они же такие широкие. Так? Да, то есть это могут быть... Оверсайз такие трошки. Это могут быть, да, пиджаки, могут быть жакеты. Для женщин жакеты могут быть как какими-то объемными плечами, как и более простыми, такими лаконичными, да, но все равно, конечно, актуальный тренд объемность вот такая, оверсайз, которая присутствует в мире, она отражается на новогодней коллекции, поэтому это более все-таки такие угрубленные, расширенные силуэты вверху, более объемные. Ну і брюки, я дивлюсь, що вони теж не вузенькі, широкі. Различні. Різні, можуть бути различні, чи можуть бути короткими? А, ось короткі. Да, можуть бути такі. Ну, видите, лучше верх все-таки сочетать, тогда более посвободні. То есть не какой-то облегающий жакет, а все-таки более свободный, и тогда могут быть более облегающий низ, более облегающие брюки, или же вы можете сюда и мини надеть тоже. Но вот брючные костюмы мне нравятся, потому что вы можете потом оставить пиджак, жакет, и вы можете носить, имеете возможность носить потом эти брюки просто со свитером, например. И так. Все. Анечка, вже стільки всього ми вже розповіли, розказали. Да. Наостанок, поради, побажання тим, хто готується, і готується ретельно, зараз собі обирає наряд, декілька слів. Будь ласка. Я хотела сказать, что самое главное, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было удобно, потому что тогда у вас будет хорошее, прекрасное настроение. Поэтому выбирайте по вашему настроению, выбирайте то, что, в чем вам удобно. Конечно же, блистайте, это Новый год, не без того, но вы, ваша индивидуальность прежде всего. Поэтому будьте индивидуальны, будьте личностью и транслируйте это в мир. Вот это самое важное. И расслабьтесь немного перед Новым годом, поскольку сейчас действительно напряжение, все готовятся.
нравится беготня, суета, нужно позволить себе минутки расслабления. Тогда это повышает настроение и дает энергию нам. И, до речі, ви так добре сказали про це. Якщо ми трошечки заспокоїмось, до нас швидше прийдуть важливі і потрібні думки, і ми швидше знайдемо те, що потрібно саме для нас. Ось так. Так буває. Да, ми знайдемо ресурс, це можна сказати. Найдемо ресурси і енергію. От що-то далі робити. Да? Я дуже дякую, Аня, за те, що скільки сьогодні було всього, скільки ми переглянули, ось так швидко ми змогли. За 15-20 хвилин ми все побачили, зрозуміли для себе. Тут вибір величезний, можна знайти собі будь-який образ. І, звичайно, цей образ повинен бути для вас комфортним. Тоді ви будете себе почувати вільно і впевнено. І тоді свято, звичайно ж, буде вдалим. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.